Всем привет! Мы снова с вами в прохождении игры Inside. Открываем люк. И я таки додумалась, что какого лешего я как бы прыгаю, если я могу просто спускаться. У меня, по идее, эта девочка-горгона с длинными черными волосами одна единственная. Поэтому здесь никак не обойтись без приманки. Как только я попадаю в воду, она ко мне сразу начинает плыть. Ух! Так, короче, она активируется, видимо, какие-то звуковые волны чувствует или прочее. Поэтому мне надо, получается, сделать вот как. Так, быстро, 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 давай, давай, ну, мальчишка, плыви, плыви, плыви. Да и чтоб тебя... Хюкала-папай, милый, ты у меня... Вот, кроме как тугодум, про тебя сказать мне нечего. Да. Ну ничего, как я говорю, первый блин кома, бывает такое. Все-таки я еще не пришла в форму, еще не приготовилась к тому, что надо немножко пошуметь, так сказать, привлечь ее. Так, теперь быстро, 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 быстро возвращаем все. Фу, все, я спаслась. Так, я поднялась обратно и теперь нам надо, смотрите, что сделать, наверное. Нам надо переманить ее сюда, чтобы она плыла ко мне сюда. Для этого спускаемся вниз, но ни в коем случае не прыгаем, потому что если мы прыгаем, будет хана нам. Так, слушайте, эта сволочь ускоряется еще, самое смешное. Так, теперь самое сложное. Самое сложное. Ребят, пожелаем мне удачи, может быть, у меня получится. Так, быстро, 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 малец. Малец, малец, малец. Ай, давай, 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 давай. Иса! Все, мы прошли, мы прошли, мы прошли. Главное теперь его не утопить. Главное его не утопить, потому что если мы утонем, будет хреново. Так, и куда нам теперь здесь... И что нам здесь делать? Это интересный вопрос. Я пока не особо вижу что-то. Выход. Может, конечно, я что-то не вижу. Сейчас посмотрим. А, тут... Так, пойдем-ка мы подышим свежим воздухом. А тут у меня утонешь, дорогой мой. Малец. Так, а теперь... Теперь-ка давай... Вот это... О, теперь... Все так хлещно выглядит, как будто сейчас все это... Ой! Да, упадет. Медузик, ты откуда взялась, горгона недоделанная? Печалька! Не надо печалиться! Кстати, одна из наших зрительниц говорила, что это девочка. Если это девочка, то получается, она себе ищет мальчика. Кстати, смотрите, куда она меня утащила. О, пацан задыхается. Малыш, у тебя сейчас жабры, может быть, откроются. Потому что так нестандартно долго идет видео. Соответственно, раз оно так долго идет к концовке, то это что-то игровое. Потому что обычно раз-два, и игра начинается заново. Красивые у нее волосы, конечно. Она меня утащила куда-то, где делают. О, сейчас током деревни. О! Смотрите, что-то делает со мной она. Скажи, мне скучно здесь одной. Я хочу с тобой в компашке развлекаться. Будем развлекаться мы с тобой. Да, она мне что-то подключила. Какое-то оборудование. Ой, что это за... А, это там, где они типа поспать могут. Прелестно. Рыбки плавают. Да, точно какой-то штырь мне прям в легкие всадануло. Так, это точно какая-то военная лаборатория, в которой что-то разрабатывают, что-то делают. Рыба, я надеюсь, вы не пираньи, вы меня не съедите. Хотя что-то очень даже похоже, что они частично меня чмокают. Ну что, пацан? И сейчас будет happy end. Вы нашли свою семью. Под водой, под водой. Да-да-да-да-да. Какой-то водолаз стоит с правой стороны. Был водолаз. Его, видимо, съели. Остался не водолаз. О, пацан ожил.
Обалдеть. Пацан, ты снова отключаешься, что ли? А, все, 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 я им могу двигать. Ага! Так, я теперь, значит, могу не бояться утонуть, потому что тебе раз что-то сделали с легкими, то ты теперь у меня типа русалыч. А рыбки плывут. Точно, какие-то... Я не знаю, что ввели, но явно что-то сделали, чтобы рыбки меня считали за свою. Так, тут у меня нету выхода. Выхода, выхода. Да, с такими темпами я буду плавать здесь долго и упорно. О, что за мужик? Видите вверху? Мужик, я хочу с тобой познакомиться. Ты кто? Нет, идет ты кто? Какие-то веревки. А я, по идее, могу там же в дыру провалиться, подняться, да? Нет, не могу. Блин, а я же где-то здесь пролетела. Дорогу молодую. Так, здесь я точно могу проплыть. А внизу что-нибудь есть? Пробуем, О, генератор. Еще один. Только вопрос, они зачем мне нужны, если учитывать, что я уже куча моментов... А что ты не проходишь-то? Парень, ну я же вижу, что это доска. Оторви ты ее и все. Ты что, слабак? Оторвать доску не можешь? Недоделанный, да? Он и не такие доски отрывал. Ладно. Сейчас заплыву, посмотрим где-нибудь внизу. Это, видимо, бывшая школа зомбаков, там, где учили. Сейчас ее затопили. Видимо, какой-то неудачный эксперимент. Обычно, когда во всяких там разных фильмах, там, чуму, еще что-то, вырываются бактерии, то это место затапливают. У нас, кстати, есть русский фильм. Наш какой-то писатель, Пушков, по-моему, писал по поводу лабораторий, которую затопили. Так. Интересно, я вверх могу подняться или это освещение? Это освещение. Ну что, пацан, тебе повезло. Что пожрать есть. Что попить точно есть вокруг. Да даже подружка у тебя появилась. Ну ты вообще молодца. Сбежал из лаборатории и так продуктивно занялся всем. Так. Ё-моё, это что-то за, что за фигня такая? Но у меня ниже был какой-то штука-дрюка под названием... А что-то как-то все мелко стало. Так. Я помню, у меня был этот... Как он там называется? Так-с. Ну что, не открыли мы? А, вот, еще сверху какой-то поручень. Открыли новую дверку. Я помню, что там штука-дрюка под названием какая-то сфера, которая питает электроэнергией все. Интересно, какие водолазы все это разместили здесь? Кстати, по игре бы получился вполне-таки неплохой себе фильмец. Если бы они, конечно, нашли актера-амфибию, который будет плавать долгое-долгое время. Так. Чёрт, где-то я там застряла. Кстати, знаете, что самое странное? По идее, работоспособность этих сфер появляется на каком-то... А вы заметили, что камера двигается? А я заметила. Пацан, тебе будет хана. Я это могу сделать, да? Могу. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Действий не хватает. Но это даже очень хорошо. А мы плывем, как рыбки в воде. Е-е-е.
Почему-то на меня эта игра всегда навевает адский аппетит. Не знаю почему. Потому что я, видимо, представляю, что я сама плаваю вместо этого чувачка, а водичка очень... Так, а что он закрывается-то? Он закрывается, видимо. Смотрите, в чем прикол. Он на движуху открывается. Ну, короче, рыб я буду как-то использовать однозначно и точно. Пытаюсь понять, как. Так. Вентилятор опять как заработает, и мне будет хана. Точно, смотрите. Все, меня перемололо. Хм, забавно. А это сложная загадка. Тут вообще очень много чего математически. Так, оно получается открывается, когда вентиляторы работают. О, кстати, я могу держаться вот за эту штучку. О, прикольно! Сверху есть какие-то красные выступы, и чтобы пройти эти вентиляторы, мне надо просто держаться за них. Супер! Это оказалось легче, чем я думала. Ну, давай, следующий вентилятор. Работай, включайся. Оно переместилось, представляете? Я могу сюда всплыть? Оригинально. А что за вентилятором было? Какие-то входы, выходы. Какие-то крысы бегают. Какие-то трупаки опять плавают. Что плавает? Какие-то руки. А, это, видимо, мусоросборник, точно. Опять освещение. Опять свет. Короче, поняла. Так, а что же там находится за вентилятором? Это интересно. Я поняла, но я хочу вернуться туда и посмотреть, что там находится за вентилятором. Я поняла, что я в мусорке нахожусь сейчас. Это не особо хорошо и не особо плохо. Бедный мальчишка, он, наверное, такой запашок уже. Так. Так. Ой! Нехорошее время я выплыла, я вам скажу. Меня наполовину разделало. Ну... Да, это следующий уровень. Так, я хочу вернуться к вентиляторам. Я хочу посмотреть, что там будет с правой стороны. И будет ли что-то вообще. Вполне вероятно, нет. А я могу как-нибудь просто голову высунуть? Не обязательно же всем телом туда высовываться. Эх. Почему мне не сидится спокойно на месте ровно, а? Шла бы, проходила дальше. Нет. Решил какого-то лешего. Так, я как-нибудь могу здесь определить, что вентиляторы заработали? Походу, не могу. Походу, вентиляторы здесь все время теперь будут крутиться. Ясно. Короче, за вентилятор я не зайду. Печалька. Такс. Это мы уже проходили подобное. Мне надо прятаться в тени. А тень это вот эти штучки. Потому что здесь меня освещение не достанет. У меня здесь тень будет. Да, точно.
Ага. Короче, чтобы пройти этот уровень, мне надо крутить вот эту штуку и переставлять ее немножко-немножко себе, чтобы тень была больше. Все ясно, поняла. Ну, то есть, чтобы тень как бы передвигалась следом за мной. Так, получается, мне какую сторону-то крутить надо? Черт. А, мне надо крутить вверх или вниз. Замечательно. Кстати, кое-кто говорил, что я в этой игре туплю. Да, ребят, вполне возможно, но если честно, я в такую игру, в такого плана играю первый раз, лет за 10, наверное. Так. Это непривычно просто для меня. Ничего, войду во вкус, я всем покажу, где раки зимуют. Плохо спроектировали. Специально спроектировано так, чтобы можно было. Такс. Ой. Бегом, 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 бегом. Что там будет-то? Не знаю, что там будет. Я не думаю, что что-то хорошее. Проверять я точно не хочу. Будет или не будет хорошее. Так, а теперь бегом, бегом, бегом сюда. Так, ну а теперь я думаю, я пройду здесь. А теперь, мальчишка, покедова, покедова, быстро, быстро, быстро. А, вот зачем это надо. И мне, короче, не хватает диапазона для прыжка. Соответственно, мне надо эту штуку опустить так, чтобы я прыгнула на металлический выступ с лестницы, а потом с нее же перепрыгнула на этот второй выступ. Хитро. А теперь ждем, когда свет опять пройдет. Да, мы в этой игре постоянно что-то творим и что-то ждем. Что-то творим и что-то ждем. По-другому никак. Так. Давай, прыгай. Мальчуган. Отлично. Отлично. Так, что нас тут ожидает? Ничего хорошего. Вопрос. Если мы прыгнем, мы сдохнем. Не прыгнем, так тоже сдохнем. Ой, внизу рыбки. То есть нам надо попасть прямо в дыру. Вау! Отлично, попали прямо в дыру. Так, эти медузы меня теперь не страшат. Что у нас тут? Люк есть какой-то, нет? Нет, не люк. Так, а направо я могу? Это какая-то цистерна. То есть, получается, я опять не в подводном мире нахожусь, а мне надо выплыть в эту, из этой цистерны. Спрашивается, хорошая цистерна с рыбами? Что-то мне казалось, как будто я заикаюсь. Так, идем дальше. Так. Не спешим. Какие-то лифты. Так, что там впереди, никого нет? Отлично, бежим дальше. Так, что у нас тут? Какие-то непонятные создания висят наверху. Будто, блин, это вода. Сейчас как? Кажется, я зря не прыгнула. А что я закрыла? Зачем я это закрыла? Это значит, раз я закрыла какую-то дверь, значит, я что-то другое открыла. Так хочется много куда сходить. Ой! Зачем я упала сюда? Давай, мальчишка, открывай. В сейфую зону. А деньги есть? Хотя зачем ему деньги? Ему надо что-то другое. Типа.
Так я в эту же цистерну и попала, вы что, смеетесь? То есть я теоретически не могла перепрыгнуть эту дыру, и мне надо было ее обязательно закрывать? Вот юморист, да? По-другому и не скажешь. Ну что, мальчишка, давай посмотрим, куда нас сейчас поднесет с тобой. И что он нас подносит? Пока не вижу никакой важности этого процесса. Так, нам однозначно надо будет что-то притащить. Вопрос весь только в том, что нам притащить. Так, вон вижу какую-то кнопку. Только для этой кнопки нам надо еще допрыгнуть. Блин, я не допрыгну никуда, если я не притащу что-нибудь на этот пуфик и не поставлю. Вопрос только в том, что мне поставить. Такс. Я поняла, что ничего не поняла. Мне кажется, я что-то опять упустила. Походу возвращаемся к сейфовой зоне. Посмотреть, что у нас там есть с правой стороны. Люблю я плавать, плавать. Хотя вы и не любите, но я это сделаю и без вас. Да. Так, а я не могу взять кассетку. Вот кассетка мне нравится. Это похоже на кассетку в виде магнитофона, но это явно уже не она. Такс. Мальчишка, я не знаю, что с тобой сделала эта девочка, но... Почему она раньше такое не сделала? Было бы весело. Такс. У нас куда-то вход здесь есть. Спрашивается, а там что было? Зачем там было что-то? Еще какая-то кнопочка. Сколько можно этих кнопочек-то, а? Я поняла. Я нашла еще одну эту штуку под названием... Забавно. А, я поняла. Мне, короче, надо ее... Все, поняла. Мне надо, чтобы она прыгнула. Когда она прыгнет, нажать, чтобы ее выбили с этой фигни. Я могла ее тащить. Черт. Фигня это сделала. Так. Так. Да, с учетом математики моей, хорошо. О, yes! Вот теперь я буду ее тащить. О, вот дорога, конечно, нелегкая, я вам скажу. Да, интересно, как она будет тащиться. На это. Поймается, нет? Так, по идее, если я ее так поставлю, она... Посмотрим. Главное, чтобы она не на меня. О, все, залетела. Прелестно. Так. Это надо было придумать. Такой момент. Так. Мне ее теперь тащить там, где я плаваю? Потому что... Блин, это, в общем-то... А может, она по прямой залетит? Давайте-ка попробуем ее вначале в дыру кинуть. А вдруг прокатит?
Вдруг. Можно же надеяться. Ага, то есть мне теперь смотреть, что надо сделать. Запустить ее и нажать кнопку, когда она будет там, чтобы она закрылась, когда вот этот ящик уже летит. О, все, он там. Все, теперь все логично стало. Зачем мне нужны все эти кнопочки? Видите, ребят, я совсем не глупая, я даже местами умная. Когда, как я смеюсь, нахожусь в состоянии более-менее стояния. То есть голова еще не совсем уставшая. Так, теперь, пацан, давай плыви, моя рыбка, плыви. Молодец. Мы тебя вытащим из этой лаборатории. На тебе опыта больше не будут делать. Он какой-то мозговитый у меня. Не по годам. Скажи, выжить хочется, и не то сделаешь. Так, теперь смотрите, что нам надо делать. Так. Я так думаю, нам надо и А запустить, и Б запустить, и забраться, и черт. Прелесть. Ведь это понятно. А, все, так, поняла. Кажись, поняла. Так. Ой! Кажется, я свалилась. Так. Что я запуталась? Я запуталась по полной. Не люблю это, блин. Такие штуки делать. Давай, да чтоб тебя. Ну, слава богу, что не по голове. Уже хорошо. Так. Так, мне надо, короче, как-то сделать финтушами, как я смеюсь. Так. Так, да чтоб тебя. Мне надо запустить эту, и чтобы у меня это запустилось, и при этом сделать, по-моему, вот так. И еще умудриться. Блин. О! Подпрыгнула. Ё-поё. Так. Ну чего? Так. Прелесть. Только я забыла, что мне, пока я лечу, надо было. Ой. Чтоб тебя. Так. Давай. Yes. Все, я в воде. Ура! Я выполнила это задание. Так, на этом мы не расслабляться не будем. Так, у нас там есть дверка, и у нас есть внизу кнопка. И еще у нас шевелят ногами мужики. И мне это совсем не нравится. Вот реально, совсем не нравится. Что это выплыло? Так, вернись. Я не знаю, что это такое, но ты вернись. Ты сейчас упадешь, да? Так, а мне туда нельзя. Ой, ёпарасты, все, мы упали. Прелесть.
Ну я-то не знала, что я могу упасть теоретически. Кстати, тут какие-то физические опыты явно проводят. По-другому не скажешь. Так. Так, мне вот ее поймать надо, я так думаю. Поймать? Не, не ловится она у меня. Да чтоб тебя. Ну и ладно, плыви. Лети. Мы тебе потом. Блин, эти ноги меня пугают. Такие страшные. Страшные. О, вот еще одна. Это типа какого-то генератора. Это что еще за фигня? Боже мой. Какие-то у вас страшные личности. Генератор, подводная лодка. База, база. Вас вызывает мальчуган. Что нам интересного тут предстоит? Так, а зачем мне там была нужна кнопочка? Вот мне прям интересно. Направо или налево? Направо или налево? А-а-а! Так, тут тупик. Слева тупик. Мы можем здесь вылезти. А, так это просто тень получается. Ясно. Бежим, 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 бежим. Давай, давай, давай. Короче, ребят, на этой благополучной ноте я хочу с вами попрощаться. Продолжим прохождение решения логических задачек завтра. Всем пока!